Всем привет! Сегодня я занимаюсь вот такими вот делами. Постригла всю лаванду. Аромат просто необычайный. Вот мои кустики. Это не самые лучшие кусты. Их поломали вот эти вот зверьки. Да? Вредины. Вы что с моими кустами сделали? Вот у меня новый помощник. Тот, что мы нашли. Вот еще один помощник. И вот самый старший помощник. Старший помощник, ты помогать будешь? Нет, говорит, жарко, да? Сегодня без помощника, да? Да? Ну ладно, ладно, все, все. И вот так вот выглядят кустики. Это так наросла календула. Ну, я ее оставила, потому что я цветочки на чай собираю. Так что вот так вот. Погодка у нас, конечно. Смотрите, какая туча. И уже капает дождик. Сейчас я вам по-быстрому еще сниму. Надеюсь, дождь меня не выгонит. Вот здесь мой малинник. Старый. Откуда я убрала кусты и пересадила. Там, где я вам показывала в своем ягоднике. Не хочет она там расти. Так что будет оставаться здесь. Просто переедет немножко повыше. Я уже полным ходом собираю малину. Вот такие вот кустики у меня. Завтра буду опять собирать. Я уже заморозила, не знаю, 14 пакетов, наверное, этой малины. Наверное, следующая пойдет на компоты. Вот здесь такую вот дорожечку сделала. Там у меня компостники. Муж сделал. Чем еще сегодня занимаюсь? Я вам показывала свой виноград. Это вот такие вот кусты фенхеля выросли. Смотрите, с мой рост. Выше меня даже. Прополола виноград. Вот так он здесь прижился. Это кишмыш номер 342. Это у меня картофель с прошлогодней здесь зашел. Какой-то остался в земле. Я его решила не выбрасывать. Это преображение вот так себя чувствует. Я вам говорила, весной сажала. Еще один. Это у нас верес. И вот Аркадия. Не подвязан у меня, бедняжка. И вот тот еще один. Вот, начала мульчировать картофель. Пришел ко мне жук. Где он? Вот. Пришел в гости на картошечку. Ну ничего, мы сейчас опять покропим картошку. И все, будет нормально. Только на этих кустах. Там не видела, нету почти жука. Так чувствую себя. Кабачки уже завязывают малышей. Вот такой малышек уже есть первый. Вот уже поползли огурчики. Надо уже им опору давно делать. Как не соберемся. Жара у нас ужасная. Просто выйти невозможно. И вот немножечко прополола свою грядку пряных трав. Смотрите, какая спаржа уже выросла. Большая. И вот скоро уже расцветет эхинацея. И соп уже полным ходом начинает расцветать. Скоро будет красивенький синий кустик. Еще не обрезала шалфей. Вот как после обрезки дикий чабрец чувствует себя. Совсем забыла про культурный чабрец, его обрезать. Надо будет заняться. Тоже, наверное, буду формировать его такой подушечкой, если получится. Вот тут так вот себя чувствует мой лук душистый. Новый лук я посеяла из семян. И вот, еще не дополола, видите, кусочек остался. Вот так вот новый шалфей, этот кулинарный, как я его называю. Прижился. Вот. Пускает новые листочки. Все хорошо. Вот такой будет красавчик здесь. Вот тмин. Уже будем скоро собирать. С одного куста. А эти что-то не цветут еще. Ну, не знаю, посмотрим. Завтра планирую, если будет хорошая погода, буду собирать мяту и закрывать мохито.
Там разные есть, малиновый, какой-то обычный, вишневый. Не пробовала еще, буду в этом году пробовать. Смотрите, какой эстрагон вырос огромный. Буду пробовать новые виды. Тем более мята есть и такая, и это есть еще. Вон та зелененькая, даже с мелиссой можно попробовать. Ну, посмотрим. Еще планирую в этом году. Сегодня как раз этим занималась. Делать мне было нечего, видимо. Буду переделывать вот здесь клумбу. Сначала все померяем, как там будет потом. Буду доделывать эту клумбу, убирать эти коробы оттуда, отсюда. Здесь будем ставить арку для камсиса, потому что он уже бедняга. Вот. Уже веточка ползет, валяется. Здесь, конечно же, будем доделывать. Будем делать сюда пошаговую дорожку к этому домику. Здесь будут инструменты у меня храниться. Здесь клумба будет доделаться. Здесь еще сделаю маленькую клумбочку. Смотрите, это у меня бутылку ветер унес прямо с клумбы. Вот я вам покажу этот сорнячок с колокольчиками. Смотрите, какой красавец. Вот так разросся. Вот так вот. Вот юка уже полным ходом цветет. Красотка. Обрезала сегодня розы отцветшие, которые цвели. Вот. Еще цветут. Подвязала айлардию, ромашку свою, потому что так раскинулись. Посмотрите, что сделали с моим бедным кустом лаванды. Он весь на боку. Здесь вообще оголился полностью. Ну, ничего, ничего. Вот еще эта розочка здесь цветет. Вот такая вот красотка. Пообрезала цветоносы у стахиса сегодня. Вот. Вот лилии так расцвели уже, смотрите. Это была одна лилия, это она дала детку в прошлом году. Вот она уже цветет. И вот. А эти две никак не зацветут. Эти малышки уже и отцвели. Быстро очень. И вот это вот, видите, куст гайлардии тоже подвязала. Очень сильно они раскинулись. Трое прям. Почти всю клумбу заняли. Буду осенью их делить. И на эту клумбу пересаживать. Зацвела у меня еще вербена. Единственная, которая выжила. Из рассады. Вот. Видите, как она расползлась по кругу. Зацвел еще агератум. Этому агератуму кто-то голову оторвал. Посмотрите. Должен был уже цвести. По-моему, это должен был быть тот красный. Потому что у него такие темные были, красненькие такие веточки. Не знаю, ли здесь будет видно. Ну, ему оторвали голову, так что пока что я не узнаю, какого он цвета. Вот помощницы пришли, да? Два? Вот вторая. Вторая помощница. Два? Все. Все, помощник. Пушигр. Вот и берез. Смотрите, уже опять сорняки здесь. Дожди идут, сорняки прям ломятся. И вот, хотела вам показать еще. Цветет моя гипсофила. Вот такая красотка. Такое белое облачко. Эту клумбу будем полностью убирать и расформировать на вон ту клумбу, на тот кусочек туда дальше. Туя уберется тоже туда, на ту клумбу. Жимолость заберу отсюда. Розу, наверное, пересадим сюда и поставим ей обелиск. Потому что это будет край огорода. Последняя грядка. С ежевикой еще одну поставим. Сюда перенесу вот этот вот ягодник, жимолость и смородину. Малина здесь расти ни в какую не хочет. Никакая. Вот смотрите на эту ремонтантную. Уже 2 года и здесь сидит и вот в таком вот росте и больше не вырастает. Не хочет она здесь.
и перенесу ее туда, к тому малиннику, что я вам показывала. Всю малину туда перенесу. Вот как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Только закончила снимать видео. И посмотрите, какой дождь. А хорошо, что я успела. Все вам поснимать. Видите, как вода льется. Здесь.